dvhub.ru. И последний, ускорение, обыгрывает вратаря. В этой зоне обыгрыш делаем вратаря. Она сложнее или проще обычной тренировки? В принципе, такая же, как на обычной тренировке. Каково это, в принципе, стоять на льду с такими легендами? Ну, довольно почетно, потому что понимаю, что они легенды мирового уровня. На кого-то из них будешь равняться? Есть среди них кумир, может, какой-то? Среди них нет, но есть кумир. Вот, с победителем. dvhub.ru.